мне залезать. То место, где застреваешь, что мне не показал. Так вот, ну мы недалеко от него. Вот, вот здесь вот это место. Вот, вот оно вот здесь. Туда я залезать сам не буду, потому что я хост. Нет, надо будет собирать команду. Я туда могла легко влезть, да, лучше туда не лезть. Итак, надо приветственное слово сказать. Поскольку у нас с тобой первый стрим сегодня, я тебя буду звать доктор кто? Нет, не надо меня называть доктор кто. Ну, я все равно буду тебя так звать. А меня ты можешь... А меня ты сегодня зови Филипп Ауреолта Фраст Бамбас фон Гогенгейм. Ну, можешь звать меня Парацельс. Вот, значит, начинаем. Итак, уважаемый доктор кто? Скажи мне, пожалуйста... Позорного и седую голову. Ладно. Скажи мне, пожалуйста, у тебя там начальное задание недоделанное. Скажи мне, какое у тебя в данный момент? Я не помню, где это посмотреть. Нажимай Tab. И у тебя должна мигать там такая белая блямба. А, это где карта? Tab, нажми, да. Просто Tab. Бегать к терминалу не нужно. И скажи... Это я уже делала. Crystalline Caverns что-то мелькает. Что-то яйцо. Я понял. Так. Вот видишь, все очень просто. Так, у нас там Dark Markay. Он нам не нужен. Так что мы поехали. Так. Сразу тебя предупреждаю, что с момента твоего последнего захода в игру, а это было очень давно, появились новые враги. Ну, они, собственно, все, что с ними надо делать, это в них стрелять. Только есть один хрен, которого я прозвал ходячая подагра, который ваншотит. Я тебе про него рассказывал. А я, как он выглядит, я тебе просто на него ткну и скажу рядом не стоять. Он против, и если пройдет. Слизни. Вот ты любишь копать, копай там. Только сначала подойди вот сюда и посмотри. Да ё-моё, что ж ты шпритит. Посмотри карту, куда копать. Потому что ты можешь так раскопать, что... Вот-вот, ты сейчас показал, вот туда копай. Так, еще я тебя учил тогда копать по стенкам, чтобы достать минерал. И сейчас ты будешь это делать. Кстати, что происходит? Вот туда. Там цветок. Цветок я забрал. Вот сюда. Вот, за, вот заходи сюда, выбирай буры и копай туда. Копать к желтому, да? Что это ли? Не желтая, это краска. Не сюда, не сюда. Стоп, 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 стоп. Так. Назад. Вот смотри. Так, я карту открыл. Карту закрывай. Так, тебе пришли. Уходи. Ей. Ага. Так вот, смотри. Вот видишь? Так бы сказал, красного наверху копай. Я даже посмотреть не успеваю. Копай. Я тебе... Сделал, чтоб ты... Сейчас, оно не остывает. Чувак зашел, сейчас охренеть. Зашел. Чувак зашел. Сейчас охренеет. Ну, какой-то будет. Зашел. Так, копай, потом иди ко мне. Ну вот, притянулись. Rocket Свети еще раз, а? Like у меня там три камушка осталось на стенке. Mark! Когда копаешь вверх, советую прыгать. Да забей там, это так, крохи там.
вроде не нужны. То есть надо, нет, конечно, что-то крохи собирать, но в данном случае это... Учитывая, что это вторая сложность... Ой, это же вторая? Конечно, вторая. На первую мы не будем играть больше никогда. Потому что это детский сад. Я еще первый не привыкла, что ты говорила. Да это там на тебя два жука лезли, блин. Вон там, кстати, на стенке. Раз в один час. Так, погнали дальше. Да. Идея скаута бы туда запрыгнуть, но если он туда не запрыгнет, в любом случае надо нам это собрать. Ну да, это наше. Ко мне. Вот таким же образом, как и раньше, видишь, он копать начал. Вот ты бури вот туда. Угу. По идее, он раскопает, но это будет долго. Ты слишком издалека начинаешь, у тебя просто фьюэл закончится. Ну ладно, ты уже начала копать туда. Я тебе это, марк делаю. Ладно, чувак сейчас уже все соберет. Возвращайся оттуда. Все, нет смысла там копать. Ты просто все топливо истратишь. Ладно. Пойдем пока, чувак нас догонит. Вау, как тут хорошо. Там он еще наверху. Как сразу хочу предупредить, что ты лучше всего просто со мной рядом ходи. Потому что если ты куда-то уйдешь... Нет, какая кнопка забыла бросать. Сейчас. Ой. Что какая кнопка? Свет. Бросать подсветку. F. А, F. Угу. Только подожди, стоп. Нам сюда. Вот ты бурильщик, он же дриллер. Вот тебе надо бурить это. Опять же, открываешь карту, смотришь, где яйцо. Яйцо — это такая желтая хрень на карте. И вот тебе к этой желтой хрени нужно пробурить и достать ее. И... Ты уже это делала, но я понимаю, что это было давно, и ты уже забыла. Нет, я не настолько забыла. А, ну если нет, это ж отлично. Значит, ты знаешь, что делать. Просто видишь, я-то всегда говорю, немного промахнулась, надо тебе вернуться назад. Да. Не обращай внимания. Продолжай заниматься своим делом. Отлично. Ну что, можно яичницу делать. Я пытаюсь убежать. Побили? Бывает. Вон, видишь, чувак. Спасибо. А, вот сейчас был один чувак новый. Так, ага. Это ты. А, видел я такое? Очередями плевался. Ага. Вот это новый хрен. Ой. Которого ты успешно убил. Поздравляю. А, да, гранаты на джи кидать, если что. Угу. Видишь толпу? Швейга. Класс, он и не это. Да, я его спер, и я сделаю из него яичницу. Нет, это мое яйцо. Все, поздно.
Так, о, там чувак еще раз копал нам тащить. Молодец, скаут. Молодец. Мне интересно, что забыл чувак с двумя звездами серебряными на второй сложности. Я же пришел на. Ты, на дно бы мне не сильно. Так. Две звезды, что значит? Доходишь до 25 уровня. Повышаешься. Сбрасываешь прогресс до первого уровня. На самом деле здесь прогресс это дело такое. Знаешь, как условное очень. Ты ничего от этого не теряешь, просто. А, ну теряешь ресурсы, когда повышаешься. Так, погнали. А мне надо. После этого повышаешь еще раз, еще раз, еще раз. То есть нужно. Есть три бронзовых, три. Мне надо получить. Сильвера и три голда. На самом деле, это после первой звезды это чисто косметическая штука, пока, по крайней мере. Разработчики ничего не добавили. Вот такого, кроме чувства собственной важности. Так, нам сюда. Вот для тебя сейчас работаю. Так, молодец. Сверли здесь. Сверли здесь. Тоже яйцо? Нет, здесь не яйцо, здесь Джейдис. А, этот. Да-да, Джейдис. Вот то, на что ты будешь как себе... Это? То, чего тебе сейчас не хватает, кстати говоря. Так, кстати, когда ты видишь, что инженер ставит турель, помогай ему ее ставить, потому что любой класс может ну, помочь. Поставить может только маленького он. Стреляй, зеленого. Да, всех, кого видишь, стреляй. Кроме меня. И чуваков. Ну и их, да. Ой, что происходит? Чувак, яйцо вот. Да, кстати, не забывай, что указывать куда-то, вот как я сейчас указал на клапана этого, Ctrl, зажми, не нажми, а зажми. Зажми Ctrl. Я помню, да. Помнишь? Указываю. Хорошо. Да, надо, они там носятся. Надо к ним спуститься. Погнали, прокатимся. Еее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 ee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 e
наверное. Вот мы, чем мы с тобой сейчас и заняты, собственно говоря. Где? Что-нибудь полезное. А желтое что, это нам не надо? Что желтое? Вот это что ли? Attention! Это инженер поставил платформу, чтобы скауту было удобнее добраться до минералов. Ты сама играла с инженером, ставила, так что... Я уже забыла, говорю же. Я не просто говорю, что я забыла, я сейчас забыла. Где? Давай. Погнали. Да не надо. Чуваки шустрые, видишь, уже убежали вперед, там раскопались. Ну потому что они не я. Нет, не, я не, та, я не к тому. Нам даже это хорошо, больше. Потому что мы тебе вот это все нубские задания выполним. О, кстати, видишь эти кристаллы? Уничтожай. Только не в рукопашную, это бесполезно. Почему-то все игнорируют их. Ну хотя бы даже вот так. Нет, подожди, стой, еще раз говорю. Не в рукопашную. Подожди, что-то я... Не в рукопашную. И в них надо стрелять. Стреляй в них из пистолета. Обычно чуваки все... Игнорируют. Я считаю, что это глупо. И что их надо уничтожать. Я лично так считаю. Так, я еще не было. Так, ну, по идее, мы тут уже. Сколько у нас там протяженности? Да, да очень нормально. Сейчас берешь две сразу. Потому что тебе нужно будет топливо, чтобы пробурить напрямую. Я тебя буду учить.
Я прикрепил... А чуваки не расстроятся? Не расстроятся. Им же тоже надо. Не расстроятся. А знаешь, почему не расстроятся? Ну? А вот поэтому. Чем? Ты две взяла? Бери вторую. Я не поняла, почему, ну ладно. Бери. Взяла. Потому что я вторую. А-а-а. Смотри, следи за нитрой. Че он там, под ней что ли стоял? Ну бывает. Под ней не стой, кстати. Убьет, знаешь, как этого чувака. Ну понятно, если на башку падает такая дура. Так, пойдем за мной. Пойдем за мной, я здесь. Я Хагрид. Запомни. За Хагридом. Так, бури тут. Просто бури вперед и вперед вот на десантную капсулу какая-то. Ну на пот, короче. Нет, бури и иди вперед одновременно. Только следи, чтобы за перегрев. Да. Не надо прыгать, просто бури. Не надо сейчас прыгать. Просто иди вперед. Все, хорош. Жди, пока остынет. Бури. Жди. Жди. Ага. Там смотри за индикатором. Потому что если... Сейчас. Ладно, на второй сложности, но когда мы будем сматываться на какой-нибудь четвертый, если у тебя перегреется... Я слежу, чтобы она не перегревала. Молодец. Времени еще выше крыши. Я как из автомата стреляю. Раз, два, три. Вот и правильно. Вот как ты из винтовки Мосинка стрелял. Да. Вот так и сейчас. Перегрелись, я слышу, да? Ага. Следи. Лучше лишний раз. Забрылечка? Все, готово. Прыгай. Да все, короче, прыгай. Все, ты в него перлась. Ой, ты. А, да, кстати, видишь паутину? Жги ее. Только в нее не заходи. Ну да, ты зашла в нее, надо было сжечь, но ты знаешь, что теперь что ты можешь ее сжечь. Все, погнали. А, нет, подожди. Вот так сделать мою коронную хрень. Назад немного пройти. Надо не... Куда? Еще нет, не туда. Нет, назад, я твоя спина. Короче, где я? Вот Хагрид. Иди на Хагрида. Иди я к Хагриду. Вижу, да. К Хагриду иди, отлично. Все. Делать туда назад, где твоя спина, а не там назад, где твое лицо. Я поняла, что назад это назад вернуться туда, где была. Я понял, что ты поняла, поэтому я объясняю. Ну все, точно. Все поняли. Все поняли? Все счастливы. Продолжаем. Ага, кошка сама вышла, прекрасно. Так, ну без долгих предисловий, ага. Нажимай Tab и говори, какая у тебя следующая. Ой, у тебя следующий уровень. Тебе там должны были сказать, что ты молодец, что ты прошла. Да, я хочу прочитать. Ага, открыта новая планетарная зона, открыта новая длинная экспедиция. Так, радиоактивная эксклюзивная зона. Бред. Так, у тебя здание радиоактивное, да? Да, радиоактив эксклюзив зон. Там что у тебя, point extraction или майнинг? Ой. У меня кирка нарисована. Все понятно, майнинг. Закрытый. Угу. Так. Одну секунду, на полминуты отойду. Ага.
rock and stone. Rock and stone. Rock and stone to the bone. Rock and stone, brother! For Carl! Leave no dwarf behind! Эк. Nice too! О, все, ты не забегал. Ты там вытанцовываешь. Ну, чувак, ты уже бегал, тут бегал, бегал, так чего не забегал. Погнали. Я хочу бочку снимать. Так, ты инженером у нас? Хорошо. Так, если ты помнишь или не помнишь, не знаю, в общем, раньше у инженера было две турели, на данный момент у тебя одна, потому что тебе там прокачать не дали. Ага. Так что не пытайся вторую поставить. Иначе просто у тебя первая переместится туда, куда ты пытаешься поставить вторую. Ты меня даже не позвал. Да какая разница? Ну, это некрасиво, я тут больше не пинаю. Ой, да ладно. Это невежливо. Когда я стримлю, я немного рассеян. Да я тут думаю про пинание бочек. Ты думаешь о высоком, да? Уважаемый доктор Кто? Просто доктор достаточно. Хорошо. Они все доктор зовут, и его тоже. Смотри, какой сезон смотреть. А чем у меня тут мигает Майнинг Экспедишн Шарп Легаси? Ну, мигает, потому что тебе нужно выполнить данный этап. Начальник. Вот поэтому и мигает, все правильно. Мы идем по твоему заданию. Так. Вот видишь, у нас скаут молодец. Он свет дает. Будешь играть за скаута? Не забывай свет. А, да, ты у нас инженер, поэтому тебе надо в труднодоступные места кидать платформы, чтобы скаут мог добраться туда. Блин, я не люблю инженеров. Ну, тебя никто не заставлял. У нас же демократия. Она само. Само? Как само? Даёшь. Это... Что-то меня нажало, значит. Ну ладно, всё будет. О. Ладно, само не само. Так, вот слышишь, орёт. Это у нас грабибой орёт. Увидишь, сразу стреляй. А то схватит. Я не поняла, кто я, но ладно. Ну, грабибой, короче. Я тебе покажу. Там были эти... Там были точки. Погнали. Не все точки, нужные точки. Одинаково полезны. Некоторые просто... Вот как вот это вот, видишь? Вот некоторые вот как эти, это просто, ну, элементы, так сказать, ландшафта. Это точки курильщика. Это значит... Danger! Don't get too close. It is dangerous. А фиолетовый это что? Оттуда лопы вылезают. Вот такие вот, которые сейчас на тебя напали. Если подойдешь близко к этой хрени, они выйдут. Кстати говоря, в радиоактивной зоне разработчики сделали врагов, которые, собственно, радиоактивные и есть. Вот эти клопы, они вот эти клопы, потом протерианцы они сделали реактивные.
Вытопил. Правильно. А, вот, вот крапивой. Видишь его? Едешь и стреляешь. Молодец. Где есть? Я тебя потеряла. А, вся движуха тут. Так, что ты там потеряла? Тебя потеряла. Не? Слишком многие движухи. Главное, не потеряй личинку. Так, бежим, бежим. Мы ничего не копаем, ничего не добываем. Ой. Я все пропустил, все веселуху. Почему? Ты как раз вовремя пришла. Вот копай. Назад! Я здесь! Назад, назад. Иди к Хагриду. Иди к Хагриду. Хагрид говорит. Иди, дядюшки Хагриду. Да. А, нет, прежде, знаешь, что сделай? А, ну он там уже копает, ну вот, вот видишь, там нитро сзади. Ты должна была там платформа поставить. Ну, в смысле, не тоже должна, а когда видишь что-то такое, ставь там. Вот, но он уже раскопал, поэтому это не обязательно. Короче, что делать, пожалуйста? Идти за мной, когда я пойду. Сейчас мужики тут доберутся. А, о, смотри. Подойди, пожалуйста, сюда. Сюда, к бородатому Хагриду. Ой, блин. В данный момент надо стрелять, короче. Поставь турель. 4 и турель. Как? 4, кнопка 4. Чего? Кнопка 4. 4. Погнали. Так. Есть. Турель поставили. Теперь, значит, смотри. Задери голову вверх. Вверх. Да, я вижу. И туда поставь платформу. Только где-то здесь, как? Чтобы он смог запрыгнуть. Это как и так поставить, чтобы кнопка он мог запрыгнуть? Кнопка 3. И стреляй вот туда, куда я показал. Просто туда стреляй. Под него стреляет, сейчас грохнет. Вот туда вот, просто в этом шаре стрелять? Да, вот-вот-вот, все, правильно, отлично. И вот теперь он сможет попасть туда. А-а-а. И выполнить то, для чего был рожден. Пускай развлекается. А дальше что? Дальше мы ждем, пока он прокопает. Не, терпеть не могу вот тех, кто, знаешь, сматывается далеко от всех, потом его пиявка жрет. И он начинает орать, потом что... Потом стоит назовлённый вид. А, спасите, помогите там. Сейчас он в Молли всё положит. Отлично. Вот теперь, и только теперь. И вперёд. Вот видишь, Rock and Stone, ты уже научилась делать. Это уже большой прогресс. Да, я научилась делать пул. Какая радость. Ну. Этот там орёт. Погнали. Иди за... Ты поняла. Чувак вниз побудет. Where is it? Вот теперь поставь там платформу, вот там вот, куда я показываю сейчас.
Ну и вообще в дальнейшем видишь вот где-нибудь на стенах. Ну и ставь сразу туда. Я просто не успеваю смотреть на стены, я смотрю, куда ты бежишь обычно. Ну окей, как бы просто смотри, куда я подбежал, куда моя моська направлена, и куда я тебе указатель ткнул, туда и... Туда и ставь. Сойдемся пока на этом. Так, турель ставь, ставь турель сразу. Как только слышишь там где, сворм, где? Просто здесь где стоишь. Где стоишь, там и ставь. 4 на землю ставь. 4 на землю ставь. Забирать. Да, и сразу скажу, что не забывай ее забирать сразу, как только кипиш закончится. Я только один раз играл этим чуваком. Ну вот сейчас ты играешь им второй, с чем я тебя и поздравляю. Погнали. Наверняка какие-то стратегические будут точные точки, чтобы сказать. Иногда бывает стратегически так, что где тебе сказали, там ты делаешь все это. Стреляй в задницу. Да, и рядом не стой, просто сдохнет, он радиоактивный. Мой шаг в сталкере. Радиоактивный, радиопассивный. Тут тебе не сталкер, блин. Тебе не бог. Второй там сейчас вижу, что это. Да, вижу. Это второй сложности. Да не вторая сложность, сталкер второй. А, ну что он выйдет? Ну знаю, конечно. Когда-нибудь. Уже картинки появились, какие-то пасхалки там написали. И народ решил, что это пасхалки. Я, насколько понял, у него сюжет будет тот, какой вроде как и задумал изначально. Ну когда еще его помнишь, да? Потому что он будет потом. Будет. Так, сейчас, дай секунду, у меня тут грохот. Надо будет потом звук еще отрубить. Нормально технически возможно, что позволяет сейчас сделать, как они хотят открыть мир, наверное. Черта не слышу, сейчас погоди. Так, что ты там про сталкер говорил? Я говорю, наверное, если тебе позволяют технические возможности, такие хорошие вещи сделать, типа открытого мира и прочего. Но меня... Ну, про открытый мир это да. Я слышал там про сюжет. Ой, я не знаю, как это должен был сюжет быть. Ну, спойлерить не буду, конечно, но да. Дело в том, что весь Инет уже давно знает. По крайней мере, весь Рунет точно. Ну, скажи, без разницы. Ну что, стрелок сразу же умрет. И ты не за него будешь играть. Как бы он там до начала самой игры. Но есть уже там трейлер даже, где он говорит, вот моя жизнь там что-то заканчивается, бла-бла-бла. Сколько брать? Что? Чего? Блин, погоди, надо. Убери. Что-то с этого момента я тебя резко стал плохо слышать. Надо в игре звук понижать. Происходит. Что ты у меня спросила? Как брать припасы, что ли? Что происходит, кто-то сверху? Хотя... Плюют в тебя. Откуда плюют, туда стреляй. Если не видишь, стреляй на слух. Мне не хватает просто длинной видимо этого оружия. Я здесь. Да, я тебя вижу, ты здесь. Да, кстати, заметь. Вот во всех играх есть в настройках такой параметр, как яркость. Ага. И во всех темных играх, ну таких, знаешь, там как в хоррорах, там это туда-сюда, ну, да, его говорят, можно включите, тупо да, сделать себе. Можно тупо, да, вот. Я его подкручу время от времени, как мне надо, так и подкручиваю. Вот здесь ты этого не сможешь сделать, потому что здесь этого параметра просто нет. Можно яркость экрана своего выкрутить. Ну это да, но разработчики специально вот сделали, за что им. Ну, здесь у меня, кстати, яркость нормальная, это в каких-нибудь хоррорах бывает так скрутишь, что просто черный экран и все. Это не страшно, ты бесит. Ну, тут просто бывает так, что когда, знаешь, всех убили, ты один, на тебя лезут, там, ты не видишь, плюют там сверху, снизу, там. И для этого яркость экрана. Ну, яркость экрана, конечно, есть. Но то, что они, ну, как у них, зачем убило несчастное создание? Ты нарушил экосистему этой планеты. Понимаешь это?
Да. Экосистема это когда не лечь, когда экосистема начала жрать тебя, потому что уже влез в том, что дурак. Looks like poop, smells like poop, понимаешь? А? Looks like poop, smells like poop. Ага. Я понимаю, что с моим дебильным английским ты хрен что поймешь, но вот так вот. Скорее с твоим микрофоном. С моим микрофоном? Если бы у тебя микрофон качественно получше был бы. Ну я его настроил, меня теперь слышат все. Даже мои... Ну, слышат-то да, качество звука все равно можно. Ну качество дело. Надо бы потом мои наушники попробовать. Вот когда я стану крутым стримером, и у меня будет 10 тысяч подписчиков, ага. У меня будут постоянно ага. донаты. Вот тогда я себе куплю. Знаешь, какой микрофон? Ты знаешь, какой микрофон я себе куплю? Студийный. О да, да. И буду как Филипп Киркоров. Даже круче. Знаешь, ага, будешь как Первый канал. Да, как... Даже круче. Как Соловьёв. Ага. Шутка. Как Гордон. Чё-то все куда-то разбежались или я не... Да они просто бежали вперед. Чего я и тебе советую, вот я тут. Если не понимаешь, куда бежать, нажми... Не нажми, а зажми. Ну, я понимаю, что ты сейчас понимаешь, куда бежать, но на всякий случай, просто чтобы я все таки закончил свою мысль. Зажимаешь Ctrl, и ты видишь силуэты, и туда бежишь. Ага. Поставь, пожалуйста, вот там. Мне сказали, куда потому ты что-то поставить, товарищ да? просит. Немного прицел. Ну ничего страшного, что ты неправильно поставил. Не под тем углом. Не, ну ты поставь, а то он, видишь, пытается уже. Нет, ты поставь все-таки, потому что ты. Да я хочу залезть нормально. Чтобы под тем углом было, если получится. Вот. Вот. Так, все здесь поставил, теперь здесь. О, господи, какие мы все. Ненасытные, да, здесь, здесь. Все отлично. Ну это не все, это я ненасытный, это я же тебе говорю. Ну, чувак, тоже что-то хотел. Че он хотел? О, золото. А, да, кстати, да, иди за мной, блин. Иди, блин, за мной, блин. А ты куда делся-то? Куда-куда, грохнулся я, сейчас, подожди. Платформа бы здесь, вот здесь. Ой, вот. Блин. Вот здесь, вот здесь. Запрыгивай на нее, иди за мной. Не знаю, он может стрелял. Уже взял, конечно. Я хочу стрелять чуваков. Ну понятно, ну стреляй, он уже забрал, так что можно уже не париться. Сейчас надо гаммером идти, не весело. Чего? Весело. Окей. Ладно. Тут там не весело. Ой. Красная штука. А как звать эту платформу, кстати? Какую платформу? Думаю, турель. В прошлый раз мы ее оставили, как тут подобрать. Нажми reload и не отпускай. То есть R. Это какая? R, R, R. R, как там она английская это? Ага, все. Угу. Есть контакт. Так. Блин. Куда дальше? За мной. Так где? А, это далеко. Это недалеко. Вот где. Ну. Надо смотреть. Я когда прыгаю сюда. Копай. Есть два типа людей. У одних пушка, другие копают. В данный момент копаем мы оба. Это плохо? Это хорошо. Мы же голду копаем. Да, голда это хорошо. Kill the loot bug! Пробибой! Привет и пока, засранец. Вот ты можешь этому чуваку объяснить, как тебе жалко этого жука. Ему. Не хочу. I should call for the meal.
Жаль, что тебе червяков жалко. Как позвать этого фига? На Си нажать. А ты еще сегодня не звала Молика. Кусю. Nicely done, team. You just secured yourself a nice bonus. Так, отлично, ты бежишь за мной. Так, не за мной, а надо к мужикам подбежать, чтобы оставь турель. Правильно. А, ставь здесь. Я не хочу от марки далеко уходить. Е? Вот где я копаю. Стой, как 4. 4, да. Соответственно, когда на тебя товарищи эти лезут, желательно не стоять, а маневрировать. Я так и делаю вообще-то. Понят. Если тебя клопы далеко от турели отгонят, ты потом крюк сделай и заряжать ее не забывай. Рядом с собой из гранатомета старайся не шмалять, потому что ты что будешь делать? Правильно, получать урон. Да, и со мной тоже рядом с него. Потому что тогда буду получать урон. Нет, я не получил урона, я просто к тому, что, ну, слышу рядом с собой такие. Разрываются снаряды. А у меня что-то там три снаряда. Ну уже все? Все. Можно забирать. Кстати, да, это правильно. Ты. Я тоже, видишь, хоть я тебе и подсказываю, я могу тоже сам увлечься убийством несчастных созданий. Эти чуваки и... ничего. Это они просто. Это они просто добавили, они не нападают тебя. От них они не... просто прикольно барамидовские чуваки. Да, да, на них можно вот поездить. Они тебе напомнили этого, я помню. Понял, как он там. Да, забыл. Силстрайдера. Силстрайдера, да. На них можно покататься. Залезь, покатайся, если хочешь. Нет, потом как-нибудь. На сложностях. Он там занят. На высоких сложностях, кстати говоря, они очень помогают, потому что там. А как сделать себе саплай? У меня кончились патроны. Сейчас сделаю. Нажимаешь 5. Вот давай ты сейчас где. 5, видишь, прицел. Вот, молодец. Отошли, товарищи. Кстати, ты знаешь что? Ау. Ты видишь, у него, ну, поменялось немного вот тут иконка прибытия, и поменялся звук. Я считаю, что он похож на звук мотора Хаммера. Как ты считаешь? Тебе так не кажется? Ага. О, видишь? Так, ну мы все обчистили. Смотри на этого, на дриллера. Мне кажется, он достаточно прошаренный чувак, чтобы побурить, куда нам надо. Ну, молодец, отлично, погнали. Ну, не очень прошаренный.
Он тоже перегрелся, как ну, и я. Да, как-то он что-то... Я думаю, что... Нет, ну, по крайней мере, то, что он... Я его просто тоже учил, он и человек. Нет, по крайней мере, то, что он бурит, это уже хорошо, а не просто бежит. Это он молодец. Сейчас, карту посмотрит. То, что они на английском говорят, помогает хорошо. Ты имеешь в виду то, что дворф это на английском? Да, да, да. И музыка такая драматичная, драматичная. Ну потому что мы типа бежим там. Я понимаю, это смешно. Если у тебя будет сегодня миссия на уничтожение, мы, может быть, еще сегодня посмотрим на нового дредноута. В общем, беги за мной, он долго будет копать. Сейчас, если за он... мной. Нет, ну просто чтобы ты не потерялась. На да, не обращай. Я не потерялась. Вот... Нет, я понял, что не потерялась. Когда ой, ты бежишь уже вот в капсуле, да, эвакуация, и написано эвакуация, ты можешь на врагов... Не обращать абсолютно никакого внимания. Ну тогда просто... Открывается. Где? Куда? Я здесь. Ой, фига себе, здесь и приволок за собой. Да я не приволок, они со всех сторон в этот момент нападают. Короче, ладно. Блин, эти... Блин, бурильщик действительно не очень. Ладно, лучше. Да нет, я к тому, что он что-то начал копать, он смутил, блин, вместо того, чтобы... В общем, держись за мной, ставь там турель, я буду копать. А, пробурил. Молодец, молодец. Теперь бросай все и беги. Ну ничего, ничего, сейчас разберемся. Что происходит? Хотя... Происходит то, что тебя слегка побили, но это ничего. Сейчас ни в кого не стреляй, ничего не делай. Я просто не поняла, что движется. Просто беги за мной, разворачивайся, беги за мной. Турель. Не надо, бросай все. Просто беги и все. Просто беги. Я тебя не смотрю, ладно. Как говорит мистер Дэй, just run. Just run. Basically run. Он говорит just run. А, доктор говорит basically run. Раз а, я, конечно, ну понятно, ты же доктор, конечно. Да. Тогда basically run. Тогда вопрос. Как бы сказал... Что бы сказал на это Парацельс, я не знаю. Он, наверное, что-то сказал бы по-немецки. Поскольку я не знаю немецкого, то я скажу просто. Ой, сматываемся. Блин. Все можно заходить. Кстати, это стильненько бросать. Но это традиция. Зиплайн кидать в капсулу. Традиция. Покажите. Еще у меня традиция на нем обратно уезжать. Но что-то мне сегодня лень. Так, сейчас будет... Полтора минутный перерыв. Никуда не уходите. Мы с вами свяжемся. А этим, кстати, тоже нормально играть. Ну, хорошо. Видишь, сначала тебе не понравилось. У меня чего-то... Perk points at the KPI terminal. Сейчас, подожди. Ага. Играйся, я сейчас приду. У меня третий уровень. Yeah.
A round of oaths for me and my friends here. Bacall! Rock and stone to the bone. To mites, to darkness, and to lichen and stone. Так, сейчас будет 1,5-минутный перерыв. Никуда не уходите. Мы с вами свяжемся. А этим, кстати, тоже нормально играть. Ну, хорошо. Видишь, сначала тебе не понравилось. У меня чего-то... Perk points at the KPI terminal. Сейчас, подожди. Ага. Собирайся, я сейчас приду. У меня 3-й уровень. Reminds me of my first love. That's the stuff. Oh, да. Самое время. Давай, вылазь. Кстати, не помню, говорил тебе или нет, но можно играть пьяным. Тебе я не советую, но можно. Я не хочу играть пьяным. Не надо. Так, вообще-то я, вот когда именно стримы, не вижу абсолютно никакой, никакого смысла так вот тусоваться здесь. Есть. Это вот, это называется объединение команды. Ну сейчас она пробухается. А потом можно будет идти дальше. На самом деле, когда вырубился, вся эта хрень заканчивается. То есть ты сейчас уже не... Верно. Надо это, надо еще пришить пиво. С какого-то можно покупать-то пивосик? Ну, я, понимаешь, я давно уже все это забыл, потому что я давным-давно все это прокачал. Я пиво, я выпил, и я наперестал есть. Круто, все. Листолюбский — это когда у тебя эффект опьянения спадает. Так, нажми Tab и скажи мне, что ты перед собой видишь. Мигает ли у тебя там что-нибудь вообще? Фангас бокс. И это, видимо, это голубой этот говорил-то. Подбирать. Подожди, я что-то ни черта не понял. У тебя область на карте какая-нибудь мигает? Нижняя, такая зеленоватая посерединке. Самый как это? Ряд, соляные ямы, что ли? Это salt pits, что ли? Нет. Не, а ты прочитай по-английски мне. Fungus box. А, все, все, понял, грибные топи. Так, и там у нас... А, да, fungus, точно, гриб. И там у нас... что? Там мы видим подбирать. Посмотреть. Где. Egg hunt или что? Не, ну потому что я-то это не знаю. А мне написано... Нет, у тебя должно быть написано. Там это. Сейчас. Assignment probationary period. Я так поняла, это подобрать. Какой-то чемодан с ножками нарисован, собственно говоря, наш этот. А
Подожди. Который... Значит, смотри, там должно быть вот, вот открой вот этот самый. Вот у тебя карта, давайте, да? Давайте сфотографируй все. Открывай гриб. Нет, стоп. Открывай грибную топку. Ну вот, у тебя оно, я тебя вижу. У тебя там, значит. Вот, вот это вот, да, вот это вот голубое. Вот это, да? То есть. Вот на... вот, который я сейчас скажу. Salvage Operation, как он там этот, Elimination или... Который посерединке, который, нет, не то, который дальше вот это выше. Называется, вот это вот, она называется... Нет, это нет, это выше. Salvage Operation. Следующее остается, вот это. Salvage Operation называется. Не забывай, да. Что там задержка, поэтому, ну, как в трансляции задержка. Хорошо, ты видишь ладно. То, что ну, уже короче, прошло. Мы разобрались. Так, значит... Боевое крещение у тебя сейчас будет. Погнали. А, да, если что, для тебя требуется особое приглашение. Уважаемый доктор, заходи. Я только что смотрела в телефон, между прочим. Я понял, я понял. Это, знаешь, такой... Отвлекут чем-нибудь, а потом уже ой. Это был... Нет, на самом деле ты можешь вообще не париться насчет этого. Игра все равно стартовала. Я просто знаю, мне нравится, что ты нормально говоришь. Да. Тебе... Это невежливо. Тебе надо, чтобы... Если я считаю, что это невежливо. Как будто тебя как котенка взяли за шкирку, куда-то отнесли, иди работай. Ну а я чего, против? Я же учитываю... Да, спасибо. Твои замечания. Да. А кем я играю теперь? Так, смотри, видишь? Вот эти вот дрянь, вот это вот. Ты её... Зелёная? Да, не, не зелёная. Вот рядом с тобой вот эти вот трифиды. Ну, это я их так называю. На самом деле они называются там по-другому. Ну, ты про трифидов знаешь всё. Вот, кому бы я ни сказал, никто их не знает. А вот ты знаешь, поэтому... Ты знаешь, ты их уничтожай. Вот, опять же, все игроки, да, ну, большинство, просто на них плюют, ничего с ним не делают. Единожды... Убив эту тварь, вот это вот растение это, от нее, видишь, такое облачко идет, ядовитое. Да. Вот если ты к нему подходишь, да? Ты травишься, то есть, ну там, получаешь урон и все такое. Если ее не убить, она будет делать это всегда. Если убить, она не будет этого делать никогда. Вывод какой? Надо убивать. Вот. Почему-то все плюют на нее, а потом, когда враги нападают, начинают маневрировать, попадают в эту дрянь, поставь там, пожалуйста, платформу. И потом начинают ныть, что ой, какого черта, что же так, мы вот убили. Убились. Надо туда еще дойти. Туда. Find some nitro. There. Ща, надо дойти, что туда. Не надо идти, просто отсюда берешь, тройка, стреляешь. Платформа. Ой. На самом деле, чувак уже убежал, поэтому нам, видимо, придется самим это делать. Блин, не хочу я там идти. Я вот так сделаю. За мной. Короче говоря, по зиплайну вперед. Так, как доберешься, получишь инструкции. Спрыгивай. Ставь здесь платформу, вот тут, где я показал. Платформу еще? Да. Ладно. И чтобы ее ставить, не обязательно подбегать вплотную. Я понимаю, что тебе так целиться удобно и все такое, но... Я понимаю, слушай, со временем придет все это, что такие мелкие. Все со временем, собственно, сама придет. Ну, главное, ты это... Понимаешь, тебе это очевидно? Главное, ты это поняла. Вот пока я сама это головой не подумаю, нет, я пока это не поняла, пока я сама головой не подумаю, я это не пойму. Ну, я это скорее сказал для себя, чтобы тебе не талдычить через каждое слово, не обязательно подбегать. Ты мне объяснил, что тебе, ну, не надо, что мне не надо тебе это постоянно говорить, я это понял. Да, я просто пока это головой не продумаю. Ой, чей так что происходит? А че вот это разноцветное такое? Это просто элементы декора, проходи мимо. И... И погнали дальше. Сейчас. Потому что там мужики уже бой ведут, так что надо помогать. У меня тут тоже уже какие-то кокошки. Вот сверху вот этот черт, который пулеметчик, блин. Надо в первую очередь этого катышка бить. Этого макрожоя. Может поставить эту? Да, поставь. Турели имеет смысл ставить не только когда он сказал, а там сворм. А когда ты видишь, что, ну, нифига, вон, чувака уже пиявка за яйца схватила. Да
французский. Следи за своим французским. Я французский. А, что это я? Слово я здесь хотел? Да. Это надо будет говорить... Я тогда буду говорить balls. Чувака схватили за balls. Так лучше? Чувака схватили за печенку. За причиндалы. Хорошо. Что-то такого не слышал? Причиндалы? Причиндалы, да. Слышал, конечно, почему не слышал? Здесь все. Ой, как другие тут матерятся. Ты бы слышал. Ну, имеется в виду не в моих стримах, а... Потому что в моих стримах это ты единственный человек, кто помимо меня что-то говорит. А имеется в виду... Вообще люди матерятся. Ой, меня вообще уронили. Люди. Зачем вы ушли все от меня? Ну, они-то понятно, они меня не слышат. Но ты... И ты, Брут! Ты, Брут, зачем ушел от... Да вы все ушли-то, блин, зачем? Меня уронили вниз, просто толкнули эти... Кто сделал? Убью. Зашибу. А, ну понятно, там у вас трифиды всякие. Вот я говорил, надо уничтожать. Они сейчас спустились, их всех потравили. Чёртовы бабушки. Это, между прочим, третья сложность. Ну ладно. Вынудили меня. Такие. Вынудили. Вынудили еще. Да, вынудили. Ладно. Берём сейчас. Будем дальше работать, Ира. Так, стоп. Контузный. Ой, блин! Ё-моё! Меня тоже ранили. Какой ужас, какой... Слушай, вот это очень плохо! Что же все померли от него? Слушай, мы сейчас продуем, наверное. Потому что... Ну ничего, это реально, это вот ходячая подагра, это полный кирдык. Давай съем заново, ничего. Чё? Это зараза там сверху. То, что я сейчас чертыхаюсь, не обращаю внимания, потому что это я там... Я это чертыхаться очень страшно. Я вижу, да? Нет, ну... А, срочно поднимай чуваков, срочно поднимай. Я понимаю, что это сложно осознать, но... Пожалуйста, поднимай их. Потому что мы сейчас все умрем. Надо их найти. И меня опять уронили. А я вижу. Давай, родной. А. Давай. Эй, мужик, ну ты рядом-то не стой. Ну все, короче, мы продули. Подошел детонатор, и с ним уже никак. Чего все померли? Ладно, неважно. Не померли, а контужены. Не надо. Ты от меня, пожалуйста. От меня не убегай, ладно? Больше не убегай от меня. Стой рядом со мной. Не убегай, меня столкнули. Ну вот чтобы не сталкивали, стой около меня. Я даже не поняла, куда ты там делся вообще. Куда я делся? Я-то никуда не делся, я спиной повернулся, смотрю, дальше никого нет. Помнишь, я тебе говорил про ходячую подагру? Вот она сейчас как раз и появилась и сваншотила. Но видишь, он появился после того, как вы все смотались. Сейчас, короче, ладно, все вы виноваты, да. Нет, во всем не ты виноват, во всем ситуация виновата. Я сделал этот, ну, надо так было. Сейчас я тебя приглашу снова. Как мило с той стороны. Зайди там снова, окей? Сейчас, нечет джойнинг. Почему-то у меня ноль приглашений, почему у меня ноль достижений в стиле? Кем я играл до этого? Инженером, да? Который по форму стоит. Угу. Я тоже им буду играть, потому что мне надо уровни подогнать. Так, это у нас что? Да, кстати, поскольку мы вайпнулись, те там могли задание поменять. Поэтому сейчас... Посмотри. Cheers, Mike! Там на самом деле много пить шоколадное молоко. Так. Опять радиоактивная эти зона. Ты сейчас что-то сделала с микрофоном? Или ты не делала ничего с микрофоном? Нет, я ничего не делала с микрофоном. Потому что тебя стало почти не слышно вообще. Не знаю. Ничего вроде не делала. Верю.
женщин. Подожди. Так, ну-ка, скажи что-нибудь. Дискорд есть. Так, все. Меня мигает, я слышу. Да, теперь лучше. Я проверю. Я там с Дипорт Галактик, не завис ли оно. Так, хорошо, все. А, слышу. Нет, у меня оно зависло. Ага. Ну вот, видишь. Бывает. Сейчас я перезагружу. Угу. Так, я загрузила все. Давай заново. Угу. Ау. Сейчас. Ау. Ага. Не все же так быстро делается. Надо же сначала кнопочку нажать. Так, слышно. Да-да, слышно-то было все, еще. Работает. Я поняла, то, что он разговаривал, да. Не, я просто не понимаю, почему-то иногда эти провалы в звуке, если их можно так назвать, происходят. Но это не важно. Тормозит. Бывает. Да, бочку пнуть. Так, радиоактивная и... Мы проверим. Да, осталось радиоактивная, да. Salvage Operation или что там? Да. Радиоактивная, эксклюзивная зона опять. И там уже у меня кирка, подборка, малиновое яйцо и закрыто. Ну, одно. Тебе нужен этот самый... Salvage Operation, да? Что-то у тебя странно происходит, у тебя звук у меня двоится. Ну, в смысле, я понимаю, что происходит. Двоится? Двоится звук, эхо. А сейчас двоится? Вроде нет. Ну, отлично. Сейчас. Так, раз у нас ничего больше не двоится, ты скажи мне все-таки, где нам играть? Радиоактивная зона, та же, которая до этого была. Да, радиоактивная, я понял. Salvage Operation или что там? Там у меня кирка, опять этот мул и яйцо. Значит, кирка, это у нас, раз у тебя английская версия, у тебя же должно быть... Там написано, что mining operation, там же написано. Вот смотри, вот ты навела на кирку, да? А у меня почему-то не подписывается. У тебя там должно написано быть mining... У меня написано Simon Probationary Period. Опять. Короче, не написано. Ладно, хрен с ней. Короче... розовый, голубой, зеленый или оранжевый? И чемодан. Розовый, голубой, зеленый, оранжевый. Скажи мне, что? И то, и другое, и три. Нет. Что тебе надо? Вот что мне скажи. А, выбрать можно. Не выбрать. Знаю, сам выбирай. Что тебе надо? Там у тебя должна быть... Ладно, сделай скриншот тогда. Потому что иначе мы будем топтаться на месте тогда. Тебе нужно завершить уже наконец вот эту вот хрень, которая у тебя там в начале была. Тебе ресы нужны, тебе нужно себя... Ну, улучшать все, а я не могу понять, на какой-то там стадии. А, я поняла. Чемодан у меня, я нажала на это, до меня не доходило, что надо нажать. Есть у нас вот такая штука, называется доска поручений, как там она по-английски называется. Я поняла. И вот... Все, я нашла. Тебе надо выполнять это вот... И оно все еще эхо. Во-первых, все еще есть эхо, во-вторых, Salvage Operation. То есть радиоактивная Salvage, да? Собрать мулов надо. Да, на радиоактивной зоне собрать мулов. Не знаю, почему эхо, честно, потому что раньше до этого все нормально было. Я мог бы предположить, что эхо, если я, допустим, бы кнопку зажал вот так, как сейчас, чтобы я и в игре, типа, ну, знаешь, это через внутриигровой чат. Да. Но я сейчас нажал, чтобы просто, ну, продемонстрировать. На самом деле, то этого у меня не было, почему эхо, понятия не имею. Ну, ладно. Нет, серьезно, Обычно раньше... это если одновременно, допустим, смотришь телевизор, по телевизору разговариваешь. Но у меня здесь никаких источников звука нет, кроме, вот, говоря... Знаешь, какой-то глюк. Глюк, наверное. Ну, если не сильно это на ухо давит, то можно так. Отлично. Прошу к нашему шалашу. Короче, собрать мимо.
Погнали, короче. Да. Да, давай. Открываю. Пеная бочку. Последний раз. На прощание. Ааа, я опять не успела. Ну, я уже. Я предупредил, что мы улетаем, так что. Я бы не стал уже за это время. Как ты понимаешь, это чисто косметическая штука, и все равно ты окажешься там, потому что мы тебя это не важно. Насильно телепортируем, потому что мелким почерком было написано, что это ты работаешь без зарплаты на этой работе. Это не важно. А я прячу золото втихаря. Понятно, на что-то выпить надо покупать. И апгрейдить. Мне кажется, они выпуск в кредит делают. Это было бы хороший план делать. Хрена, а потом так они раз и у нас все еще должны. Выходи, чего стоим? Пошли. Что у нас? This is a salvage mission. A previous crew lost their mini mules, their drop pod, and their lives in this cave. Find and repair the lost mules, get the drop pod operational, and return to base. Expect heavy infestation and try not to mess it up like your former colleagues. Так. Я тебя уже нашла, я подсветила контролом, я вспомнила. Погнали дальше, что делать машинчик. Это когда звук смешит. Вау! Да, я знаю, что ты говорил, что он мяукает. Он такой вау. С твоей точки зрения. С моей точки зрения... Я вообще помню, что он там делает. Железяка и железяк. Планета Железяка. Знаешь такую? Знаешь. Я девочка, мне можно. То я и ничего не говорю. Я не отрицаю, что ты девочка. Кто скажет, что ты мальчик, пусть первым кинет кого-нибудь камень. Моя же получилась. Ей. А вот ты где это нашла бы все. Ну куда? Сейчас посмотрим. Ой, там этот. Стреляй! Только не так стреляй. Ты стреляешь, а надо вот так стрелять, как я стреляю. Там еще один наверху. Да я вижу. Идиот, паразит. Воу. Красная задница. Я пошку лучше. Погнали. И грибы с ртом. Угу. Тулстрайдер. Грибы с... Нет, тулстрайдеров нет. Только грибы с ртом. Это что-то полезное или ты просто доливаешься? Это не полезно. Полезное я бы увидел и сказал бы. Вот то, что точно не полезное, это вот это. Голубое? Да, увидишь, фигач киркой. Чего? Инертный уран. А это радиоактивный уран? Да. Это я говорю, это салатовые. Урановые уши. Пушку ставь. Рядом с сломанными мулами все надо ставить, потому что вечно спавнится враги. Пойдем за мной. Сейчас. Да брось ты эту. Там уже этот. Это даже не одна единица, это 0-1 единица. Ну, неаккуратно. Копай. Вот эту штуку выкапывай. Как? Киркой. Киркой. Тут в этой игре можно выкапывать только вот. Ну, если ты, конечно, не триллером играешь, только вот так. И бери, ну, бери это и неси за мной. Ремонтируй. Нажми Е, зажми, вернее, Е и не отпускай.
Ой, блин, слушай, беги срочно. Подагра пришла ходячая. Отойди от нее подальше и стреляй в нее из всех стволов. Блин, хорошо вовремя заметил. Блин, они сделали, что она так же урчит, как этот самый... Как... Господи, как же его зовут? Ой, претарианец. Да, правильно, все гранаты. Хотя гранаты против него не особо. Так, я рядом с ним не стой, потому что сейчас увидишь, что будет. Вот это вот. Потом придешь на кратер, на кратер посмотреть, который от него остался. Ага. Видела его, да? Есть. Нет, видела этого врага. Видела, да? Ого. Да-да. Там ничего полезного не может. Да. Дропа с них нету. Какой там дроп, господи? Лишь бы убить его. Уже награда. Убить его и остаться в живых — это уже награда. Ну, конечно, опять на второй сложности, но если бы были на третьей, блин. Нет. Я так не согласна стоять. Господи, мне тебя эти тоже отвлекают. Так, вот сейчас смотри. Ага. Сейчас я тебя хотя бы добегу. Иди сюда, где я? Я тут, я тебя вижу. Вот. Есть такой... Не знаю, кого назвать. Прием, не прием у инженеров. А ты просто лестницу так делаешь, и все. Потому что кто-то делает такие... Вроде как что-то еще прыжки какие-то вот эти вот. Я это не люблю, все. Я люблю... Я человек ленивый, поэтому я делаю просто вот так. Ага. Блин. И ты фигню сделал, товарищ Трамп. Я не сделал ни фигню, я сделал все по прошарину. Поскольку у тебя мне тоже. Поскольку у тебя тоже есть платформы. В общем, ты поняла уже, да, что нам надо вверх. Поэтому. Действуй. Да, не забудьте турель забрать. Сейчас. Я сейчас, знаешь, что буду делать? Буду зверски убивать жуков, которые ты считаешь невинными созданиями. Я его расчленил. Это страшно. Умница. Ага. Вот, мол, нам надо ноги искать. Нам надо искать, и откуда ноги растут. Теперь я тебя наберу. О, друг, привет. Пока. Чего происходит? Ставь турель и поймешь. Инженеру что надо в первую очередь сделать? Поставить турель. Вот что у нас. Я знаю, надо. Так, за мной не прыгай, потому что я там сейчас видел нога внизу. Я ее буду тащить вверх. Ты наверху ищи пока. Увидишь врагов — стреляй. Вот и вся нехитрая мудрость этой игры. Вот там сил страйдер. Ножку отошел, молодец. Я турельки перезарядила. Отлично. Идем дальше. В смысле, идем дальше искать. Потому что здесь рядом их нет, как видишь. Ты просто запомни это место. Пушку, это сам, турель там оставь. А, оставить, ладно. Да, оставь, потому что мы сюда будем возвращаться и дальше ремонтируем. Просто ноги надо искать. Они же раскиданы, нам надо найти. А ты на миссии спасения раньше, по-моему, не бывала, да? Нет. Вот. Ну теперь ты знаешь. Вот, вот ты видишь, да? А, ну правильно, сначала это. Видишь? Нет, не это.
Я по себе здоровье поправил всего лишь спокойно. А у тебя оно полное было? Я на всякий случай. Чувак, чувак таки нашел нас. Ну нашел и молодец. Ладно, ногу ты не нашла, я нашел, хотя она прям у тебя перед моськой была. Я думал, ты ее как-нибудь найдешь. Может быть, как-нибудь ты поймешь, что это. Ты предпочла бороться с радиацией. Что делать, в принципе, тоже хорошее, но. Чего они в воздухе висят? Такой глюк. Это не глюк, это. Ну, потому что не. Помнишь, в Моровинде всякие книжки в воздухе висели? Да. Ну, вот считай, что это как там. Ага, это вообще Моровин. Понимаешь, это слишком была бы тогда большая нагрузка, если бы тут физика была реалистичная. Да я понимаю. Мы тогда, ну, не знаю, нам такие компы здесь нужны были. Не, просто это... Можно считать, что это Нирн. Да. А еще это зона, и что там у нас еще это? И Resident Evil, все в одном лице. Теперь надо с него тоже поиграть. А-а. Уже столько навыходило, кстати говоря. Ага. Я уже им счет потерял. Вообще, последняя, в которую я играл, это 6-я, по-моему. Там уже всякие Revelation и чё там только не... Причём это все у меня есть, и мне как-то вот не до этого всё. Нашли? Как видишь, нет. Нашел-то он не то нашел. Нам надо искать, откуда ноги растут. Вернее, откуда ноги растут, мы уже знаем. Товарищ, пропустите меня, будьте любезны. Ну, нет. Нет. Ну ты же помнишь, как они выглядят, да? Что, ноги? Да. Ну давай уже. Кто как выглядит? Ноги, да. Ноги мула, который надо оттащить, потому что если ты ищешь, ну, не зная что, то ты не найдешь. Ну, представляю, да. Ну, а ты хорош. Нитр недособранный остался. Что у нас надо посмотреть с картой? Так. Понятно. Так, одну секунду. Я помню, что это что-то серо-салатовое, торчащее из земли. Так, стоп. Где ты у нас? Подожди. Оставайся там. Я сейчас посмотрю. Что там ты серое нашла? Я ничего не нашла. Я сказала, что я помню, ноги выглядят. Ну да, такая, и вокруг него такая как бы аура, которая тебе показывает, что это объект квеста. Что это тебе надо? Ну да. Ну да, значит знаешь. Так, блин. Вот скаут, конечно, мог бы света побольше кинуть. Во-первых. О, я нашел.
Все, я нашел. За мной. За Хагридом. Хагрид знает где. Вернее, я не Хагрид, я сегодня этот самый. Филипп Аурел, ТФС, Бомбаст, Фонг, Гингей. Тогда Хагрид проще. А я говорю, я Филипп Аурел, ТФС, Бомбаст, Фонг, Гингей. Попрошу ко мне обращаться про Цельс сегодня. Уважаемый хорошо, доктор. Хорошо, что не полным именем. Уважаемый доктор, кто? Хорошо, что не полным именем. Вот, посмотри, туда, куда смотрит мое лицо. Не на меня. Вот там, вот видишь, да, нога? Вот, иди туда. Утверждал, что ты знаешь, как она выглядит. Вот ты прям к ней идешь. Вот, выкапывай, да, и неси... Со страшной силой. Ну, ты можешь уже нести, но для профилактики можешь отнести. Потому что тут на самом деле ног больше раскидано, чем надо, но... С чего куда нести-то? С чего делаем вывод? С чего делаем вывод, что... Все хорошо. Забирай турель, идем. Иди туда, где к тебе... Туда, где тебя орут hello и эй. Я понимаю. Отлично. Всё. Ты меня видишь, значит... Идём. Собственно говоря, тут близко. Это даже не интересно. И она нас никто не попадает. Это только полдела. Сейчас мы еще будем обороняться. Ставить турельку? Нет, подожди. Мне вот это место нравится, где я стою. Дело в том, чтобы тут уже надо ставить там, где не там, где нравится, вот эту хрень, вот видишь? Вот поставь вот здесь. Просто нам надо около нее находиться. Около вот этой вот штуки. Погнали. А, да, подходи сюда и зажимай Е. А что происходит? Ну, происходит то, что... Там же тебе этот чувак сказал... Вот, читай и слушай, что он говорит. Блин, подагра пришла. Стреляй в нее из всех стволов, из всего чего вообще, что только можно. Я стреляю из... Молодец. Молодец, опа, скрад подошел. Нормально. Вот видишь эту дрянь? Стреляй, сразу все бросай и стреляй, потому что он ваншотит. А, да, и как ты видишь, да, нам вот этот очертили, нам надо здесь находиться, не выходить за эту... Ага, я поняла, да. Я услышал, что он сказал. Угу, ну, отлично. Triangulation zone. Просто понимаешь, многие игроки, особенно пупи всякие, гуляют где угодно, но стоят только не в этой зоне. От этого вот это вот самое, вот этот самый прогресс, он идет медленнее намного, а врагов меньше не становится. Поэтому, чтобы все закончилось быстрее, надо, черт возьми, просто стоять и отстреливаться. Надо сказал Triangulation zone. Не, ну я тебе просто говорю, ты понятно. Черным по белым так сказал. Русским языком, так не русским. Ты человек умный, так как я. И поэтому ты все понимаешь. Он же тебе же сказал по-английски. Ты все поняла. А есть такие чуваки, в том числе и англоговорящие, которые, я говорю, гуляют где угодно, только не вот в этой самой зоне. Вот они где угодно гуляют. Вот что угодно делают, чем угодно занимаются. Где-то отстреливаются, куда-то там убегают. И, ну, в общем, короче, затрудняют процесс. Это на самом деле здесь было, что отвечает за какую часть. Хм. Это было бы логичнее. Так, отлично. Поставь платформ, чтобы нам удобнее было тут гулять. Потому что это подагра тут взорвала. Я зря. Чё куда ставить ее? Подойти туда, где стою я. Да, правильно, вот ты поняла меня правильно, только надо вот здесь вот под этой штукой поставить, вот здесь вот. Чтобы, ну, поровнее была местность, чтобы ландшафт был поровнее. А то неудобно будет. Видишь, этот хрен тут взорвал. Так,
Так, бери вот этого. Надолго? Ну и, собственно говоря, погнали. Чего? А, да, турель не забудь поставить. Если хочешь, прыгай ко мне наверх. Ну как тебе новые враги? Какое у тебя впечатление от огромной ходячей подагры? Нормальные. Я пока ничего ужасного. Тебе он нравится? Ты бы завела себе такого домашнего питомца в пару, да, к своей кошке? Обязательно спала бы с ним в обнимку. Вот, видишь? Это же часть экосистемы! Потом в Дискорде покажу тебе там фотку. Чувак сделал, ну, игрушку такую вот этого. Вот этого. Этот чувак, он называется Griffith Bulk Detonator. И вот этого детонейтера он сделал такую, ну, знаешь, вот самодельную игрушку. Прикольно получилось. Турельки тоже можно улучшать потом? Да, конечно. Вот если ты обратишь внимание, моя улучшенная, она даже внешне выглядит не так, как твоя. Ой, сори, чувак. А, ничего. На нем титановые трусы. Все в порядке. Чем ставить эти штуки? Какие штуки? Патронов еще, пожалуйста. Подходи, забирай. Ставить 5, надо, чтобы нитры было достаточно. А у нас их достаточно, поэтому... Да, следи за... Вот видишь, да, что сейчас... Мы сначала в одной зоне стоим, потом во второй зоне стоим. А теперь мы ждем, пока капсула запустится. Вот осталось нам 40 секунд до этого момента. Вот следи, да, за этим делом. И как только время кончится, можно будет заходить. Не удивляйся, когда в конце мы под землю провалимся, ты поймешь, о чем скоро. Ты там? Ты здесь? Меня слышишь? Ой, да. Иди сюда, пора улетать. Бросай всех врагов, тебе уже не нужны враги. Где тут лес? Иди за мной. Вот видишь, вот здесь. Я слышу, на самом деле, я вижу. Отлично. Сейчас не удивляйся. Это было. Обожаю эту штуку. Я делал это миллион раз, но всегда обожаю это. Так, какая тебе сейчас табличка вылезла? Желтая или зеленая? Желтая. Ага. А знаешь, что мне скажи? Мне интересно, потому что я-то не знаю. Сейчас, подожди, не ругаться. Ну да, когда там, когда тебе там разрешат двигаться. Я не успела прочитать. А? Я прочитать за тебя не успела. Это ничего такого. Они там говорили. Там, ну, ничего, я понимаю, но они же мне пишут, я хочу прочитать. Он тебе в следующий раз ровно то же самое и напишет. Там congratulations. Все уже можно двигаться. Да, иди, пожалуйста, это же сюда. Игры. Это же часть игры.
Вот сюда. Да, доска поручений, как там оно там? Уйди, чувак. По инглишу. И сколько тебе осталось заданий до вот этого завершения этой вот всей... 4. Но я еще не буду доигрывать. Это был последний или как там? Давай еще один. Отлично. Я понимаю, что ты не будешь доигрывать, мне просто самому было интересно, когда уже это безобразие все закончится. Потому что я-то их сделал очень быстро, как ты понимаешь, и давно. Потому что я не помню, сколько там их всего. Ну, а понятно, то они длятся никак не могут закончиться, просто тебе надо бы уже перейти к другому. Надо кого-то смотреть. Есть? Я тебя не слышу. Я пока ничего не говорил. А, нет, теперь слышу. Значит, ты меня не слышишь, потому что я ничего не говорил. Значит, это логично. Угу, ну да. Так. Называй точку назначения нашу. Сейчас. А мне тут что-то перки какие-то пишут, мне мы ничего не будем с ним делать. Да потом все. Тебе главное вот. Ну вот это вот пройти, ладно, вот это, ладно, вот. Поняла. Почку Галактика заданий. Страта, и мне надо собирать яйца. Wild Interest. Так, Glacial Strata, это ледяные наслоения у нас, яйца, да, окей. Это сбоку. Glacial Strata. Окей. Глицальные. Ага. Должны. Однозначно. Глицальные. Да. Однозначно. Так, это темный маркит нам не надо. Так. Бери в руки космические ложки, космические вилки, потому что обед у нас сегодня отменяется. Мы полетим на Луну. Кстати, ей захотела. Вот видишь. Эй, успел забежать в какой-то века. Rock'n'Stone. Так тебе и надо. Что мне надо? Я специально так поехал. Да-да. По традиции. Традицию нарушать нельзя. Чуваку, видать, понравилось нам играть, видишь? Пусть играет. Ленист. Чувак. Ну я так подозреваю, понимаешь, что ты меня учишь? А, ну, ну он, видишь, он сам невысокого уровня, поэтому... Мне все равно пока сама это. Ну, погнали. Ты уже знаешь, что добывать надо. А я сейчас буду твоих любимых жуков. О, ты сама уже их расчленяешь, ты молодец. Я же понимаю, что это игра. Нет, просто если ты принципиально в червяков не играешь, ну, в Вормс, любую часть, потому что тебе их жалко. Да. Еще мне жалко стрелять любых людей в игре. Что происходит? Происходит то, что ты тут враги, и он их убивает и правильно делает. А тебе нужно поставить платформу вот там. Будь сделан. Вот ты, главное, поставила, а уж его там дело... Ты, главное, дело сделала. А его дело уж там добыло. Как бы свою часть сделки ты сделала. Так, потом... А, нет, тут я дотянусь, тут я тоже дотянусь. Вы видишь, такие медузы летят. Бей их со страшной силой, а иначе они побьют тебя. А, да, и старайся, меня далеко не отвлекать тоже. Ну, я не успеваю отследить не всегда, потому что я отвлекаюсь на что-то. Ну, понятно, но ты там Ctrl жми и просто смотри по силуэту. Я так где... и сделала. Не перепутай меня там, с другими игроками, потому что, ну, сама понимаешь. Там ник все такое там. Там, по-моему, в настройках можно отключать, чего я делать не советую. Я не путаю. Я не путаю. Я рад. Советую подойти ко мне и поставить весь урок. Где-то есть. Ну, раз ты сказала только что, что ты меня найдешь и не...
Ну ладно, делайте как хотите, главное вы там не умирайте, пожалуйста. А. Вот. Ну это ты все. Тут видишь, какое дело? Это понятное дело, что ее нужно ставить, но если уже вокруг тебя враги, это бесполезно. Я вот, поняла, вот, просто загрызут там. А одна минута написано, через минуту он сам встанет или что? Нифига он не встанет. А чё одна минута написано? Я не знаю, что там. Я понятия. Я не знаю. Я не знаю, что. Я не знаю, что за. Я не знаю, что за одна минута. Что-то у меня есть эпидемия. Помнились. Эпидемия не слышал? Ни черта не слышу. Тут грохот у меня. Блин, не успела нормальную пещеру раскопать. Да ладно уж. Чувак, не опыт. Я за тобой сижу. Ну это у нас это великий вождь. Вождь. Парацельс. Вождь этих. Не краснокожих, не краснокожих, а вождь в титановых трусах. Ага, вождь. Филипп Ауреол. Вождь в титановые трусы. Теофраз Бомбаст Ван Доген Гейм. Как мы, как ага, мы смотрели. Вождь титановые трусы. Как мы вчера посмотрели-то этого? Шазам-то там, капитан Колгот. Да, нет, я не так. Капитан Колготкин. Спешит на помощь. Ладно, это с ветром дурацкая. Ну блин. Я понимаю, что я тебя сваншотил, но тут, понимаешь, такая ситуация. А, это за меня так было. Да, я динамит, но после этого казна не убрать, он меня надо, заморозил. Надо нам чувака спасти. И все бы легли сразу. О, борода. Слушай, вот то, я тебе видео показывал, там у Дейбрейкера то же самое было. Помнишь, да? Чувака спасать. Помнишь? Вот сейчас то же самое было. А сейчас то же самое было. У меня. Ага, сейчас. Вернее, сейчас, у тебя. А я это увидел. Да тут ты меня спас, чувака, мы с тобой забыли, да, чувака подобрать. Отойди, да я профессионал. Это я сейчас на тебе это я понимаю, что они меня не слышат, но это так, знаешь, риторически. О, у нас еще один чувак добавился. Да я знаю. Это... Там такой замес был, что там не до того было. Файлся. Так. Ничего, что Террель в воздухе висит? Ничего. Террель в воздухе. Я говорю, ничего страшного. Вот что происходит. Главное, чтобы она заряжена была. Я это тоже зарядила. Там висит, дело. Просто физика не сработает, чтобы она упала. Нет, никогда не сработает. Я же говорил, иначе бы у нас все повисло бы. Ну, короче, это не Skyrim и не Oblivion. Тут физики не будет. Это Моровинд. Где? Ничего себе. Ну ты там подними его, а я пошел. Надо найти его. Где? Вот. Сейчас ты будешь тренироваться, оказывать бойцу первую помощь. Не, найди, что вам надо, бойца. Курс боевой медсестры у тебя сейчас. Я уже подняла одного чувака, я просто не могу понять, где он. Не знаешь где, еще раз повторюсь, зажимай Ctrl, посмотри по силуэту, найдешь таким образом того, кто тебе нужен. А что-то она мне не показывает. Покажет. Так. Главное, только не помирайте там. Где ты, друг? Серьезно не показывает. Ну, я далеко от тебя, поэтому я не могу там вмешаться. Уж когда приду, тогда приду. Эх.
тебя вижу, мулы. Ну бывает, бывает. Блин, тут у меня гости, так что мне. Если да. Можешь, там отбивайся. Да, турель не забывай всегда за собой забирать и ставить рядом с собой. Потому что понимаешь, в чем дело? Ты можешь там. Да блин, молча. Все, меня тоже нарубили. Пока, Сратот. Да бывает, как всегда, все помрут, блин. Если да, сейчас... а тот чувак отвалился. А меня почему? А, я сама себя не вижу, да, я пойду. Его, парит. Help, help, help. Не, жрут. Волки. Лики. Я буду часть этой системы. Все, меня дожрали. В каком смысле? Тебя давно уже дожрали. Тебя давно уже. Видимо, остальное из костюма не довыковыривается. Ё-моё. Темно, блин. Уйди отсюда, дядя, не до тебя сейчас. Ох, не до тебя мы сейчас. Стенки очень странные. Эти еще черти. Вот уж не до кого мне, так это не до них. Это очень странная текстура. Ай, что же вечно все умирает? Будем считать это глюком, который это... Давай, давай, родной. Копай, копай. Че у тебя там, опять борода, что ли, отвалилась? Не знаю. У меня просто стена прозрачная. Давай, давай, давай. Эй, а, жуки. Сразу турель поставь прямо здесь, где мы стоим. Турель. И никуда отсюда, только не ходи никуда отсюда. Просто не уходи. Стой здесь, держи оборону. А, так, этого нет уже у меня. Жми там клавиши. Я поняла, которые... написано уже. Блин, у меня патроны кончились все. Оно и логично. Так, дети. Побрал всех. Да блин. Это печально. Пытаемся все. Давай, давай. Это печально, грустно. Здесь грустно, одиноко, путь. Это был лукомец. О, они так и стоят, прикольно. Патронов нету. Блин, сейчас бы свалился. А, так вон куда он свалился. Да, он где-то внизу там валяется, да, я его нашла. Да понятно, валяется. Какого хрена он там делает вообще? Упал, или сквозь текстуру провалился. Блин. Я его теперь грустно, он злой. Делать ему не хрена. Ладно, неважно. Не до него уж. Такой ситуации. Он тебя поднял? Отлично. У меня патронов нет просто. А, ты, короче, пока, ну, я тебя далеко, держись рядом с этим чуваком. Все, бросай, беги просто за ним. Бегай за ним, иначе просто мы проиграем. Ну, рядом с ним, вернее, бегай. Вот с этим вот, как он там, радиусом. Как бы я надеюсь, что он не сдохнет. Ну, вдвоем, по крайней мере, как-то там пройдет. Просто беги за ним, куда бы он ни бежал, что бы он ни делал. Я сейчас попытаюсь уже, этого резать. Я уже заморозила. Ну, неважно, да. Может, он тебя там резнет как-то, ну, прикроет. Help, help. Так, где этот чё?
Help, help. Deep Rock seriously need to invest in some better equipment. Отлично, я вас нашел. Первое, что нам надо сейчас, это нитро нужно. Я так не пойму, где этот чувак валяется. Да валяется далеко, ты даже не это... Как, понятно, почему ты его найти не могла. Сейчас о нем не думай, потому что он валяется там еще будет долго. Нитро надо искать, нитро. У меня патронов нет, даже уже для буров сейчас не будет. Золото. По-моему, это пещера не так. Не задерживайся, беги за мной. Не туда смотришь. Просто я сейчас не трусь, я знаю, что ты. Я понимаю, я тоже ее ищу. Ты лучше ходи со мной. Ладно. Потому ладно. Что если будешь отворачиваться, опять помрешь, и мы проиграем. Поставь платформу, пожалуйста. Вон там что-то полезно. Может, у меня сейчас. Хотя ладно, можешь не ставить. Сейчас первое, что нам надо, это нитро, потому что патронов нету, ни черта. Как только Рой придет, может будет уже груз 200 закрыть. У меня тоже был шорт. У меня тоже нету. Отлично. Ну, может, еще какое-то время поживем. Блин, чего их так высоко поставили, сплайсы? Так, ну что я могу сказать? Отбивайся. Да блин. Я свой труп вижу твоими глазами. Это ужасно. Так, а где этот? Блин, где третий? Да, он тоже рядом. Хорошо, хотя бы... Все легли в одном месте. Не волнуйся. Блин, у тебя опять борода, слушай. Да, это особенно борода. Слушай, эта игра, она богата на бороды. Вот рядом, видишь, этот хрен меня кусает. Это тоже новый черт. Он хватает, так что с ними аккуратнее. Я понимаю, ты наверняка тут в суматохе не увидел, что это за хрен, но... Знай теперь. Что есть тут такой... Новый враг. Мне интересно, где этот? Какой этот? Линист. Где-то внизу. Он давно отключился уже. Устал там лежать. Но это его проблема, он какого-то черта вообще-то... Да он полез туда, зачем он туда вообще, блин? Он в такое место залез, откуда хрен его вытащишь? Мне кажется, он просто провалился, как-то жал. Он отключился от нашей игры. Да, вот где. Старайся поспевать за мной, писала. Потому что мне некогда, ну, стоять долго на одном месте. Нам надо побыстрее задание сделать. Потому что... Такие... Так... А вниз идем вообще? Угу. Ну да, там, где этот чувак валялся.
который ой, спасения так и не дождался. Ну, блин, я не знаю, что он то есть сыгнул. Во-первых, он был скаутом, он мог бы легко, ну, приземлиться нормально. Не знаю, как он там так умудрился, но и достать его оттуда было бы крайне сложно. Тем более, что там орды врагов нападали. Вообще не до него было. Он лежал. Сам понял, что мы его таки так и не спасем. Ну хотя бы яйцо выкопал. И на том спасибо. Ну блин. Я хотел подобрать. Я надеюсь, ваниль. Наш ганнер рядом с тобой там, нет? Не знаешь? Да, мне тот спасает. А, ну отлично. Ты, и ну ты да, уже... ты держись с ним, поскольку он тоже, ну, видно, что не очень давно играет. Скажем, мягко скажем. То старайся держаться с ним, он, ну, тоже такой нерасторопный. Поэтому, если что, тебя там повалит, ты его прикроешь, его повалит, ты по возможности постарайся. Что понимаешь? Так, задуло, ну тут бесполезно куда-то ломиться. Можно и на одном месте постоять. Это вы там Молу позвали, нет? Я позвала Молу, да. Ага, окей. Ну, если есть что положить, это хорошо. Ой, что-то я уже все уже обалдела. Происходит вообще. Я думаю, скоро закончим. Потому что либо скоро нас замочат, либо скоро мы закончим. А, надо вниз спускаться, я понял. Три яйца осталось, да. Ну только аккуратней, не прыгай, как он. Там на полпути. Ну хорошо, что не очень спасибо. Далеко. Спасибо. Ладно. Да ладно, что будет тут валяться. Как вы неудобно померли. Да, мы способны. Мы способны и талантливы. Мы способны на все, да. Да, допустим, помирить дебильный мест. У нас было долго сложно добираться. Блин. Что? Ну что, а ты не наблюдаешь за мной, нет? Я за тобой. Тяжко к вам туда подниматься. А, теперь наблюдаю. Да, очень интересное зрелище. На двое скончались перед ним. Резай его, резай. Дальше куда? Rock and stone, brother! Не надо мне по духу это ставить. О, отлично. Ты ставь там вот, чтобы аккуратно спуститься.
Не надо рядом. Рядом со мной не надо. Ты вот там вот, видишь? Вот туда. Эд свалился там, блин. Ну ты панк. Чувак панк. Так, да, вот это правильно. Знаешь, что сейчас мы делаем? Чего? Я хотел его спасти, а у меня столько упало. Ну ничего. Сейчас ты иди за мной. Ладно, за мной. Я буду бурить туннель напрямую. Напрямую туда, я знаю, я понимаю, я сам вызову. Я тебе просто объясняю, потому что время дорого. Сейчас просто иди за мной. Хай-хай. Хай, маста. Угу. Это было по-японски, да. Ну, маста это на всех языках примерно одно и то же означает. Это понятно. О, чувак подключается. Может, он будет не совсем бесполезен. Блин, как я неудачно это взорвал. Как же я неудачно. Да ё. Короче, понятно. Надо вот это сделать. Бери. Так, как возьмешь, проходи за мной. Наркоманы и алкаши, рычу. Они скуму будут из него гнать, по-любому. Ты любишь скуму? Так быстро. Конечно, быстро. Тут тянуть нельзя. Тут затянешь, сожрут. Ты же видишь, что происходит. Тут надо шустрым быть. Шустриком, а не мямликом. Ты шустрик? Знаешь, это откуда вообще? Что? Шустрик и мямлик. Не знаю, расскажи. Из «Спокойной ночи, малышей». Два персонажа были до Хрюш, Степашек и прочих. Ну, прикольно. А давай мы с тобой этот Twitch, стримерский канал сделаем. Спокойной ночи, малыши, сделаем. И будем это для детей вести программу. Да можно. Можно что угодно. И будем там ужасы всякие рассказывать. Дети любят ужасы. Про маньяка просто. Как тебе идея? Пугать. Я в детском саду помню, нам рассказывали. Тут рассказал какой-то ужастик про какую-то гостиницу, куда приехал молодой человек, а там, короче, за дверью было, как обычное, привидение. Все нормально. Окей. Я потом боялась нашей раздевалки, когда мы складывали. Угу. Видишь вот эту красную, где мы стоим? Ну, сейчас просто ты говоришь, просто чтобы не убежал. Не надо это копать, здесь мы греемся просто. Что, ты отогрелся? О, это круто. Имеется в виду, что да. Вот тут, это же уровень-то ледяной. Я помню, что... Да, я просто не знал, что в этих штуках. Просто, это не совсем очевидно, просто вот когда ты заходишь, там индикатор холода уходит с холодной на теплую. Так, так что вам там за ужас? Короче, я боялась кладовки, куда мы складывали наши постели. Вот. Потому что вам про нее рассказали, что оттуда выходит корпорация монстров. Нет, что там привидение, почему-то боялся, я причем даже не знал, что такое зрачок. Что не мешало мне бояться. Я думал, зрачок это такой что-то вроде ртути. А ты градусники. Твин Пикс третий сезон не смотрела, да? Нет. Ага. Там чувак мантру читал, типа, говорит, лошадь это белки наших глаз. Ты мне про зрачок сказал, я просто что-то вспомнил. Но он что-то накурился, походу, этот чувак. Не, он не накурился. Просто это была некая формула для того, чтобы по радио зомбировать людей.
Ну, Линч, ты знаешь, это такой... Это зомбировать именно, или это давать команду на то, что они уже зомбированы, чтобы они что-нибудь делали? Я так понимаю, он там именно какую-то формулу читал, чтобы люди оцепенели просто в этот момент. Как-то это смысла не имеет. Ну, для кого что имеет? Понимаешь, для многих, многих творчество Линча вообще никакого смысла не имеет. Нет, я имею в виду, если бы они были заранее зазомбированы, он бы давал спусковой крючок, как же, так же, как и этот, как он называется, зимний солдат. У него же там есть набор слов, от которого он становится зимним солдатом. Нет, дело в том, что ему надо было подсадить там одного паразита, скажем так, к девушке одной. Вот чтобы это сделать, ему надо было ее и попутно там остальных зомбировать. Вот он пробрался на радио, там замочил ведущего и по пути еще кого-то там замочил. Причем таким изуверским способом. Взял рукой череп, давил. В общем, это смотреть. Ну, я еще не смотрел что-то про каких-то единорогов, мне еще понравилась пижама на ее продаже. Единороги? Единорогов, что-то девушка, магазин, в котором продавали. Короче, что-то вроде трассы 60, только более девчачьи. А, трассы 60, это прикольно. Это вот тоже такое прикольное. А, слушай, а трассы 60, это ведь, если я не путаю, это же про Лепрекон там, да? Ну да, там что-то про дорогу, я же тоже смотрю. Ну там этот чувак играл, как его там? Ну он еще в пятом элементе играл. Как же его зовут? Да. Блин, не Кристофер Уокен, вот второй там этот хрен какой-то. Ох, ну короче, ты понял. Мы друг друга поняли. Да. Я вообще люблю такое road movie. Ну да. Трасса 60, она вообще очень укурченная. У этого есть что-то похожее. У Алана Дина Фостера к последней точке называется. Про то, как семья ехала на отдых где-то как раз через, то ли через пустыню Мохаве, опять же, то ли через еще какую-то пустыню. И им девушка остановилась, застопила их, они ее с собой подобрали. Она ехала в какой-то последней точке что-то там сделать, у нее какая-то миссия была, они с ней поехали. Ехали через разные миры, что-то там в ад попали, еще куда-то, я уж смутно помню. То, что такое road movie получилось такое же странное. Блин, там опять эта зараза бродит. Да, а я Икс. Это он тебя убил? А я... Да. А я Человек-крестик. Да я вижу, блин. Блин. Там очень нет... Куда он смотался? Куда он со звездочкой-то смотался? Небось уже где-нибудь сидит. Разработчики дали тебе звездочку. Носи, носи звездочку. Не хочу. Хочу сматываться. Это Deep Rock Galactic. Это Deep Rock Galactic. Это я сейчас процитировал только на другой лад один фильм. Ты его не знаешь? Это не подо мной валяется. Ты этот фильм не знаешь? Какой? Если бы... Ну, неважно. Я не буду называть. Это очень известная фраза, сказанная на иной лад. Кстати, сегодня видела у этих американских этих... Которые... У них там Кевин Смит был, во. Ой, тебя убили. Да блин, он копал там скотину. А он нас не будет спасать. Зараза, блин. Я его хотел перехитрить, но он перехитрил меня. Блин, надо его предупредить, как он там. Лэм. Отойди от него, отойди, блин. Видишь, какая зараза. Он видишь, если ты от него зашел за стенку, он к тебе копать начинает и ваншотит через стенку. Короче, самый... Да отойди тут не вот, что тут делаешь, что тут. Ну, может, он понимает, что он делает. Дали, Родина дали. Дала тебе звездочки. Носи звездочки. Не хочу. Дальше продолжать не буду. Да, жалко без звука. Что без звука? Я его не слышу, что он делает. Ну он стреляет. Блин, ну когда я же понимаю, он сдохнет? Когда сдохнет? Да у него это скаут, у него крюки есть. Когда сдохнет-то, я его вроде просадил, хорошо так. Этого. Козла. А что, у него бомб нету?
гранат. Не, у этого чувака... Отойди ты от него, отойди. Что ты клят? Да, есть там такой. У скаута, помнишь, я тебе говорил, у него гранаты не осколочные, а замедляющие. Между прочим, самые полезные гранаты, какие только могут быть. И они есть только у скаута. И ни у кого больше. Спасибо, чувак. Да что? А, так он не убил, что ли, его? Я ничего не понимаю, блин. Может, это другой уже. Но он тоже побитый какой-то. Короче, я ничего не понимаю. Я думаю, он его замочил. Ой, что ли? А, еще не кстати эта хрень. Так, вот уж теперь эта штука точно не кстати.